Что же, ребята, перевал Косырин. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, также делать репосты ВКонтакте и гладить Барсика. Вот именно. Вперед! На перевал! Да, все-таки быстрые загрузки это иногда не очень хорошо. Нет, хорошо. Но меня вообще, кстати, удивляет, что иди, уровни вроде большие, дорогу, а загружаются. И все такое. Помещается. Наконец-то у нас есть наводчик. Что же, наводчик для снайпера теперь это ценно. Только вперед. Мерзнешь. Что? В такой жаре? Вряд ли. Здесь полно работы для снайпера. Хорошо. А шаха есть. Люблю работу. Ну, сюжет, конечно, в игре никакого нет, здесь просто смысл происходящего. Ну, в принципе, он и не должен быть. Ну, как я считаю. В принципе, игра мне нравится. Знаете, как бы сложно ни было, в принципе, если действительно вот захотеть, знаете, я скажу даже позадротить, то действительно можно получить удовольствие, если ты хочешь действительно сесть часов на очень много, не знаю, там, часов на 12 в эту игру, даже на больше, я бы сказал, на несколько дней игрового времени. Посидеть, действительно, посидеть и попытаться все идеально выполнить, то работа есть. Спасибо. А если же ты хочешь, знаете, просто прошвырнуться, как я, получить удовольствие, то, ну, соответственно, проходишь, как я. Я скорее пришел прошвырнуться, получить удовольствие, знаете, не так, чтобы... Я ножом его сниму. Мне кто-то написал еще в комментариях, снимай всех тупо ножом, зачем стрелять снайперскую винтовку без глушителя, это тупо, лучше бы дали глушитель. Ну, глушитель дать нельзя, потому что в это время не было глушителя. Не просто, знаете, разработчики хотят дать или нет, это нелогично, глушителя не было тогда для снайпера. Да как же? Да, я не переключил на цифровую клавиатуру, она у меня просто отключается, и ее надо включать. Поэтому вот была проблема, что вот сейчас я не мог убить солдата вовремя. Так, Небельверфа. Ну что ж, выведем из строя там Небельверф. Не будем убивать его сейчас. Так, надо узнать, куда это может вести. Ну, понятно. Вперед. Подберемся к Небельверфу сюда и выведем его из строя. А там, кстати, бочка есть горючая. Я могу выстрелить по ней. Никто не смотрит. И это скроет выстрел. Как же я люблю взрывать бочки. Цепная реакция. Минус один Небельверф. Убивать всех этих пацанов совершенно не обязательно. А второй, кстати, где Небельверф? Здесь, как я понимаю. Значит, нам надо спуститься вниз по долине. Вот спустимся. Я думаю, здесь можно спуститься и пройти вот так вот. Потом сюда. Так, 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 так. Черт, еле-еле. Да, Эстер! Все, я себя обнаружил. Обнаружил, но скрыться будет легко. По крайней мере, сегодня. Снайпер, воин-призрак. Не очень удачно, ну ладно, жалко, окна маленькие, так же... И так хочется через это окно. Да-да, продолжай стрелять. Просто идеально. Перебежим. Беги,
Жалко, нельзя разрушить это деревянное укрытие. Мой дорогой Эрнст, я тоже по тебе скучал, мой ангел, и мечтаю побыстрее снова тебя обнять. Что касается твоих вопросов, нет, я думаю только о тебе, любовь моя. Я горжусь тобой даже больше, чем ты можешь себе представить. Только когда мы увидимся, ответь поскорее. Уже 2 недели от тебя не было писем. Навеки твоя Хильда. Получай по щам. Снайпер! Кош чисто. Тут вроде вообще пусто. Все ж прошли без особых потерь. Мне не видно. А вот бочка, бочка, бочка. Давайте посмотрим, как красиво сейчас рванет. Да, меня обнаружили. Самое время подлечиться. Надо бы аптечек с собой вообще больше надо таскать. Нет выхода, ребят, придется доставать мой Томсон! И там БТР подвезли, как мне кажется. Нет, он меня не видит, но как же мне... Попробуем углубиться. Он едет сюда. Я взорвать его пока ничем не могу. Динамит я выкинуть не успею. Чутка не заметили. Ладно, пусть едут. Ну что, без стрелка меня теперь будешь атаковать, да? Как вариант, кстати, можно тут пройти, так что... Возможно, этим вариантом... Так, постойте, тут туннели есть. Так, туннели мне пока не нужны. И, как я понимаю, это возвышенность. Что же, когда мы подойдем к ней, можно вот так вот попытаться забраться. Как вариант, можно отсюда, но пока что попробуем вот этот маршрут. Так, я оба маршрута не видел, говорить о том, какой лучше, я не могу. Вижу, вот кто же увидел? Снайпер явно где-то есть, но далеко. Так. Я просто хочу перепрятаться тут. Позицию сменили. Надо их отметить. Позиция хорошая, надо до нее добежать только. Но пока что, исходя из моих знаний в данный момент, позиция хорошая. Так, тут кто-то должен быть.
Мне не видно, кстати. Нет, подкрасться к ним не получится. Или же получится. Он курит, ему не до меня. Надо найти какую-нибудь слабую точку. Так, надо отметить для начала. Взорвать там нечего. Но я могу использовать гранату, кстати говоря. Потому что они отдаленные, их никто особо и не будет беспокоиться, если их не станет. Призрак. Никто даже не видел. Хорошая позиция, кстати. Так, один. Надо посмотреть внутрь. Внутри особо ничего не видно, кстати говоря. И да, тут летает самолет, следовательно, я могу использовать это как преимущество. Можно пробраться и напрямую, потому что особо стрелять не по кому. Бесшумно. Нравится мне бонус призрака. Это не раскрывает мою позицию, кстати говоря. Или раскрывает. Не, не раскрывает. Для них это не раскрывает мою позицию. Но они просто знают, что я здесь, но точно они не могут сказать, где. Прячься. Что ж, вот, как я и говорил, эта миссия удается мне очень даже хорошо. Ну, вначале немножко пошло не по плану, но... В принципе... Записка Валяда. В мое отсутствие. Эпидемия требует моего внимания. Я отправляюсь на объект, чтобы наблюдать... за заключительными этапами строительства. В моем отсутствие командовать будет Оберст Йохан. В случае атаки противника докладывайте ему. У него также будет комбинация от сейфа, если вдруг понадобится доступ к его содержимому. Хм. Мне нужен доступ к их содержимому и к этому парню. Знаете где? На другой конец поля. Мы тут были, кстати. Следовательно, выбраться отсюда будет не проблема. Если все пойдет по плану. Убивать всех, в принципе, не обязательно. Я это понимаю, поэтому я и не убиваю всех. Тут скорее главное выполнить задачу тихо. А убить, не убить всех, это уже второстепенно. Черт, тут хоть немцы. Минус противник. Жалко, на машинах тут ездить нельзя. Ладно, убегаем. Тут никого нет на моей памяти, по крайней мере, никого я тут не видел. Там снайпер где-то есть, но не здесь, он дальше. И не обязательно, не факт, что он меня увидит, так что... Тут можно дать волю ногам. Нашли труп, ну и ладно. Лишняя граната. Элитные части. За следующую карту. Так, там снайпер.
Пока что все и просто идеально идет. Так, пройдем вот здесь. Здесь шансы на то, что нас заметят, просто минимальны. Так что никаких проблем. Ты ничего не видел, парень, спокойно. Их там много. Мне бы обойти, потому что тут мы не пройдем. Прокрадемся. В принципе, я думаю, многие из вас, те, кто постоянные зрители... О, движение, сотка. Достижение дали. Многие из вас знают, что я не очень люблю стелс-шутеры. Вообще стелс, что я больше такой, знаете, пробивной игрок, на таран несусь. Я стараюсь, я вообще люблю стелс, но знаете, когда записываешь стелс, это не совсем... Ну, понимаете, отвлекаешься и на комментарии, и на много чего другого. Вот когда я один играю, мне стелс лучше удается, потому что я действительно могу сосредоточиться не на том, что я говорю, не, я не думаю, что мне сейчас сказать. А я могу сосредоточиться действительно на стелсе, на тихом прохождении. Поэтому, в принципе, я понимаю, как вот есть люди, которые проходят тихо, но без комментариев. Я их понимаю, я понимаю, почему они это делают. Кстати, кустики красиво шевелятся. Они это делают, потому что иначе это все очень сложно. Уж действительно проходить, так сказать, тихо и разговаривать при этом, знаете, ну так, хорошо разговаривать, я не имею в виду. Что-то действительно рассказывать интересно, это талант, это в принципе талант. Одновременно такие вещи делать, потому что это довольно трудно. Ну, лично для меня, лично я считаю довольно трудным. Да и в принципе видел других, ну, некоторых людей, которые тоже... Так сказать, не очень хорошо с этим управляются. Так, мне нужно в дом. В принципе, убивать этих парней совершенно не обязательно. Вот совершенно не нужно их убивать. Для того, чтобы попасть в дом. Но от этого парня можно избавиться. Он меня немного раздражает. Быстрее надо зайти за дом. Офицера можно убить или его не нужно? У меня просто один вопрос, его убивать или нет? Так, знаете суть проекта? Может, узнаете, а не знаете? Ну, там сказано добыть, тут не сказано, как добыть. Так что давайте сохранимся, чтобы не совершить ошибку. Ну, как я понимаю, он же не скажет мне ее, я не думаю, что я могу подойти и сказать, месье немец, расскажите мне комбинацию. Йохан, присмотрите за этим местом в мое отсутствие. У меня плохое предчувствие. Похоже, нас ждут неприятности. На всякий случай прилагаю комбинацию от сейфа в штабе. Защищайте его ценой собственной жизни. Он уже не справился. Если объявится призрак пустыни, сообщите мне. Я немедленно пришлю подкрепление. Ну, никто сообщить не смог. Он не сказал, что делать, а если у вас украдут кот, и вы не сможете его защитить. Наверное, он не предполагал, что так будет. Призрак пустыни, это, скорее всего, я. Потому что я довольно такая, знаете, темная лошадка. Брауэр? Брауэр! Черт возьми! Ты был прав. Видишь? Я же говорил. Его сейчас убьют, наверное. Да он такой посмотрел. Брауэр. О, черт! Поэтому лучше работать одному, а не в команде. Уничтожить тигр. Спасать Брауэра бесполезно, ну, там нечего спасать. Уничтожить тигренка. Что, это тигр, значит, все должно быть сложнее, чем с панцером. Тигр покрепче панцира. Что? Я думал, будет сложнее. Бить охрану храма. Я, кстати, не могу понять, это стрельба там или что это? Потому что там не убежать, если я не могу. Если ты не понимаешь, что происходит, беги.
Что ж, тигр мы уничтожили быстро. Видите, вот эта миссия прет хорошо, просто идеально идет. И танк растворился в воздухе. Так, пробраться в это место снова. Тот же маршрут. Смотрите-ка. Пройдем. Пешком по тому же маршруту. Охрану, скорее всего, уже изменили. Я по-прежнему призрак. Не помню, был ли тут грузовик или нет, но если его не было, значит, подвезли подкрепление. Что же? Сейчас узнаем, как обстоят дела в храме и с его охраной. Убивать пока никого особо и не нужно. Того парня можно снять, но смысла немного. Хотел пометку поставить, ну ладно. В принципе, если меня будет отвлечь всех, я могу подорвать грузовик. Вот черт тебе, дери. Увидели. Сходка гитлеровской коалиции. Опасные амбиции. Гитлер не знает, кого он спустил с цепи. Увально свои планы, простирающиеся за пределы Африки и даже Европы. Я слышал, как он называл методы фюрера грубыми и неэффективными. Мне кажется, у него очень опасные амбиции. И да, я архивариус. Да, мне надо отвлечь их. Помогло. Они отвлеклись. Пока чисто. Черт возьми, откуда? Из кустов. Вот с черти. Смотрите как. Его просто разможило. Так, нам надо пробраться вперед. Сохраняемся. Да, хочу. Хочу сохраниться. Медленно. Да, позицию мы сменили. А дают бонус призрака, если ты убиваешь, и потом исчезаешь, тебя даже не видел никто при этом. Чуть-чуть еще и все. Да, все, я поднял тревогу. Прячемся. Wir haben ihn in die Enge getrieben.
Нет, это плохо, потому что они... Нельзя, чтобы они меня замечали. Просто нельзя. Нет, там другое, по-моему, сохранение было. Или нет? Последнее. Нет, теперь загружается это как последнее. Нет, все равно все чисто. Столько выстрелов из одной точки, конечно же, они поняли, где. Я могу бросить, кстати, гранату, так у нас их много. Да, это 100% то, что нужно. Пробираемся. Там полки, лезем с правой стороны. Так будет проще. Эта штука, наверное, не взрывается. Хорошо, сюда я попал, а дальше комбинация от сейфа. Хорошо, все чисто. Убейте охрану храма. А, я вроде убил, нет? Не удивляет, как немцы везде свои флаги успели поразвешивать. Когда они это все успевают? Вроде охрану храма я убил. Может быть, еще нужно убить вот тех парней? Магазины для Гевера. Пытаемся убить охрану храма, дальнейшую охрану. Просто через лицо. Явно курс не молодого бойца. Это... А, да, новый уровень получил. Так. Сидим тут. Надеюсь, это имели в виду под охраной храма. Нет, пока успех у нас маленький. Хм. Кстати, патроны. Томпсон и Гевер. Потому что прицел покраснел. Но это вся охрана храма или еще кто-то есть?
Убейте охрану храма. Просто странно, что вроде я убил всю охрану храма и... Никого нет. Патроны кончаются. О, готово. Я понимаю, тот парень все-таки был с последним охранником храма. Идем к сейфу. Фильм. Что же, прикольно. Понятно. И большой-большой тигренок. Вот что было, что за супероружие. Черт, снайперы вышли. Вот что за супероружие имелось в виду. Что же, ничего необычного на самом деле. И да, такое супероружие реально было. Я не помню, только его доделали или не доделали. Заберите тело Брауэра. Что же, продолжим в следующей части. Будет весело, надеюсь. И не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, а также делать репосты ВКонтакте. И пока. Я знаю, части длинные пошли. Не знаю, просто так получается. Вот и все.